Буду менять масло после 25 сожженных литров бензина. Короче, болты без всякого усилия открутились нахуй, особенно верхний. Просто отверткой прикоснулся, он открутился. Вот это вот нижний в масле. Верхний не в масле. Пиздец, короче. Масла тут вообще мало. Вообще он мало. Пиздец, короче, что за хуйня? Все любят поснимать мотор. Вот он тоже как бы не в масле, ничего не видать. Нихуя, короче. Короче, заменил вот это вот масло, захуярил. Вот это вроде без воды. Все заебись. Все вошло, короче. Чуть-чуть разлил лишка. Ну, там должно чуть-чуть было остаться в нем. Долил через верхнюю пробку. Я, как, с чего стреляли? С ружья. С пятерки или с семерки? С ружья я ее добыл. А, в лед. Хотел с пули. Красиво шла, ну. Красиво шла. Да. Закрытие охоты, можно сказать, сезона. Но сегодня же четвертое. Четвертое. Ну-ка, на тебя, Коля. Так, чуть-чуть поснимайте. А я смотрю, блядь, она взлетела. Она, да наверное, хуя. Или она по речке летела? Да, может, она дохлая была, я не понял. Нет, ну вот это вот шелохвост у нее, хвостик. Ну, хвост-то, да. Четко мы ее. Хвост, она пролетела, ага, метров 20 и пизданула. Ну, так было рассчитано. Так, теперь на красную нажмите. Красная это где? Или что там? По центру. Точка К. Квадрат красный. Нажмите на него. На буквы нажали, да? Буквы не видел. Ну, поговорите.